Odessa, popular for its location at the Black Sea, and since the founding in 1794, a melting pot of cultures. But how do the Odessans think about this today? Так исторически сложилось, что здесь очень много, ну, как бы приезжих и ну, морской город, и поэтому как бы отношусь вполне, ну, отлично. Это интересный очень город, и это я считаю, что это плюс для Одессы, что здесь много национальностей. Наш город славится тем, что у нас очень много людей разных национальностей, как одесситы, греки, молдаване, болгары, гагаузы, поляки. Все всегда жили дружно, счастливо и благополучно взаимосуществовали. In this case, we only met people who think in a positive way about a multicultural life. But how is it to live as a foreigner here? We met Mesrop, who runs a restaurant in the New Market. And he's from Armenia. Chatrian Mesrop, Anznagrov Mesropen, Georgikovich. Ուղղակի Օդեսայում ընդունված է, ասում են, Էջիկ, քանի որ ստե Մեսրոպ չեն կարում հիշեմ, չեն ստացվել. Ես ծնվել եմ փոքր ավանում, Հայաստան, Շամլուխ, Ալավերդու շրջանի, Լորվա մարզի, Ալավերդու շրջանի, Շամլուխ ավան. 5000 բնակչություն է եղել մոտավորապես, պլյուս մինուս, 17 ազգություն. Ֆրանսիացի, գերմանացի, իտալացի, հույն, հայ, եվրեի, ուկրաինացի, ռուս եւ այլ, 17 ազգություն։ Դա բնականաբար ոչ մենակին վրա է ազդել, լրիվ ընդե ծնված մեծացածների վրա։ 76 թվի հունիսի վերջ։ Ամեն ինչ Օդեսայում սիվող բան չկա։ Ամեն ինչ շատ հետաքրքրած եմ բոլե, որ բազմազգ ժողովուրդներ են ապրում, շատ հետաքրքիր հարուստ կուլտուրա, քաղաքանություն եւ այլ։ Mesrop gave us the advice to visit the New Market and to talk with one of the dealers there. Mustafa is from Uzbekistan and he sells vegetables. И в Одессе я живу здесь 27 лет. Где-то лет 20 где-то работаем тут. Я приехал здесь, я учился и так и остался. Да, здесь привык, мне нравится тут в Одессе. Да. Тут это здесь хорошо, здесь многонациональные, очень многонациональные в Одессе. И друг друга понимают. Да. Тут нету таких неравномерных, или как это говорится, там разные глаза нету здесь. Да. Много национально, очень хорошо. Жить здесь очень легко. On our way back, we stumble upon a Georgian restaurant. The chef there was born in Ukraine, but has Georgian roots. He shares his experience about the Georgian kitchen with us. Кач Геннадий Геннадьевич. Да, грузинские корни у меня есть. У меня отец грузин. Я в детстве ездил в Грузию. Вот, потом случилось так, что попал работать в грузинский ресторан. Я сейчас готовлю, да, национальное грузинское блюдо. Оно называется горячая сковородка барджани. Барджани по-грузински это баклажан. Мы приглашали к нам в ресторан шеф-поваров Грузии, которые передавали свой опыт, ну и я его перенимал соответственно. А теперь готовлю эти блюда непосредственно вот в грузинском стиле, с грузинскими специями, с ихними традициями, запахами, ароматами и прочим всем остальным. В ресторан приходят ли грузины? Конечно, приходят. Вот, приходят с компаниями, семьями, заказывают себе хинкали, хачапури, харчо, суп, мангал, тындыр. Значит, в моем меню в этом ресторане присутствует одесская, украинская, грузинская и европейская кухня. Within 2 days, we met people from Armenia, Uzbekistan, Georgia, and for sure Ukrainians in Odessa. All of them experience the multicultural life as something positive and feel enriched by this. Odessa shows that it is possible to coexist in a peaceful way.